принимали участие? Нет, нет. И каждый год? Почти. Надеетесь на какое-то место, грамоту, что-то конечно, такое? Конечно. Да? Готовились? Да. Готовились? Как? Расскажите. В школе каждую физру занимались, уже выходили на новостную тоже катались. Очень весело, позитивно, задорно. Ребята все довольны, мы счастливы. А мы тем более. Ждем призовых мест. Да. Как-то готовились к предстоящей лыжной гонке? Мы готовимся уже с начала третьей четверти, у нас лыжи, поэтому мы работаем, занимаемся. Надеетесь на какую-то победу? Конечно! Долго готовились? Да. Да. Как? Мы тренировались. Вот сегодняшнее выступление ваше на лыжах, это какое-то однократное мероприятие или лыжи вам в целом нравятся и вы еще будете кататься? Мне нравится. Мне нравится, очень хорошо. Будем еще кататься. Тяжело или легко далась вам вот эта лыжная гонка? Нет, не тяжело. Как-то готовились? Мы катаемся. Часто? Ну, бывает. Как вам уровень организации? Замечательно. А вот те, кто остался в стране и не поучаствовал в этом мероприятии замечательном, что бы вы им сказали? Участвовать.